Друзья, вы на канале «Давай запишем», в студии Александр. Здравствуйте! Сегодня мы с вами послушаем и протестируем три модели бюджетных наушников от компании AxelVox, а именно HD241, HD271 и HD272. Приступаем! Итак, повторю, модели бюджетные, стало быть, ждать от них каких-то чудес по звуку точно не нужно. Но зато и по карману вас эти экземпляры сильно не ударят. Приблизительно и слегка округляя, за 241 вам нужно будет отдать 2800, за 271 3800 и на 100 рублей дешевле, то есть 3700, вам обойдутся 272. Не уверен, что нужно рассказывать об эргономике и материалах, используемых при изготовлении каждой единицы. Все и так предельно ясно, исходя из их стоимости. И то же самое можно было бы сказать о технических характеристиках. То есть ограничиться тестовым прослушиванием и на этом все. Но поскольку у нас все-таки сегодня не одна модель, а целых три, то давайте будем рассматривать все более подробно. Чтобы было на что обратить внимание, сравнивая эти наушники между собой. Итак, 241 у нас полуоткрытые, эти две пары закрытые. Частоты производитель указывает для всех одинаково, 10-30 тысяч. Драйверы у всех моделей также одного размера, это 50 мм. Одинаковым заявляется еще и чувствительность, 98 дБ. Ну и по сопротивлению 241 и 271 одинаковые, 32 Ома, а вот 272 имеют импенданс 56 Ом. Такие вот у нас основные цифры. А что касается их подлинности, это мы с вами проверим несколько позже, глядя на графики измерений, любезно предоставленные нам коллегами из компании Reference Audio Analyzer, которые не так давно стали нашими партнерами и друзьями. Как всегда, ссылку на их сайт оставляем в описании и всем рекомендуем обязательно туда зайти в гости за полезной и ценной информацией. К теоретической части можно добавить, пожалуй, только вес наушников: 276, 286 и 235 граммов. И то, что провода у первых двух моделей прямые и несъемные, 2,5 метра, у 272-х провода съемные, и их тут два – метровый и трехметровый. Ну и, наверное, достаточно. Говорить больше не о чем, да и незачем. Давайте лучше будем слушать. И для того, чтобы нам с вами было максимально понятно, что происходит со звуком у этих наушников, не будем использовать в качестве оригинального трека микс из разностилевых композиций, а остановимся на одной нормально звучащей музычке. Короче, слушаем очень внимательно, после чего будем подводить итоги, глядя на графики измерений.
Ну что, друзья мои, давайте теперь поговорим обо всем, что только что услышали. Понятно, что до вас долетело не в том варианте, который слышали мы здесь, и в этом есть, конечно же, небольшая проблема. Но что делать? Выжимаем из 3DO все, что только можем. И если звук у нас оказывается не слишком честный, то с картинками, поверьте, все максимально корректно. Смотрим. Чувствительность у всех сегодняшних испытуемых, напомню, указывалась одинаковой – 98 дБ. И вот здесь, товарищи, мы с вами должны обратить внимание на то, что эта цифра в данном случае обозначает значение чувствительности к мощности, а не к напряжению. Производители, к сожалению, не всегда уточняют, что именно они указывают в описании, и отсюда часто и возникают некоторые недопонимания. На наших графиках показана чувствительность к напряжению, и давайте прокомментируем каждую. Для общего понимания надо сказать, что среднее значение чувствительности к напряжению для полноразмерных наушников по более 600 измеренным моделям составляет 113 дБ. 241 имеют чувствительность 114 дБ, 271 – 113, и 272 – 109,6 дБ. Из чего следует, что первые две пары являются достаточно громкими, третьи наушники чуть тише. Не забываем, что у них другое сопротивление. Но разница эта настолько невелика, что можно ею пренебречь и понимать, что эти наушники раскачают сегодня практически любое оборудование. Ну и все-таки, что касается 98 указанных дБ к мощности, то измерения показали следующие цифры. 99,3, 98,2, 97,5 соответственно, что в принципе очень близко к истине. Ну, тут все более или менее понятно. И цифры, о которых писал Аксель Вокс, являются корректными. На графиках видны 34 и 33,7 Ом у первых двух пар, которые относятся к 32 Омным, и 61,8 Ома у 272 наушников с обозначенным сопротивлением 56 Ом. И напоминаем, что разница, которая здесь присутствует во всех случаях, это показатель того, сколько на себя забирают провода и переходники. Запомнили? Идем дальше. Ну и что мы тут наблюдаем? Два нижних графика можно назвать практически идентичными, что может говорить о том, что это абсолютно одно и то же, только с разными оголовьями. Да и по звуку в тестовой части вы наверняка сами смогли услышать, что разницы в этих моделях практически нет. Ну разве что только несколько мясистее оказался низ у 272 модели. Но другое оголовье, другое прилегание к голове, вот оно и сыграло свою роль. Что же касается HD241, то отличие присутствует и немалое. Низ конкретно слабее, чем у предыдущих, но тут не забываем, что наушники полуоткрытые, а самый острый верх имеет достаточно резкий скачок. Что касается середины, то она тут даже несколько ровнее, чем у 271 и 272, и это тоже можно было расслышать на наших демо-композиции. Ну а если в целом сделать некий вывод по всем трем моделям, то можно сказать следующее. Для каких-то малосерьезных задач их, конечно, использовать можно, как и для простого прослушивания музыки или общения в интернете. Но если речь идет о каком-то тщательном сведении или конечной обработке микса, то полагаться на то, что вы можете получить от этих наушников, скорее всего, нельзя. По одной простой причине. Все, что вы насводите или намастерите, будет хорошо играть только в ваших наушниках. На любом другом источнике все может звучать совершенно иначе и, скорее всего, далеко от стандартов. И еще, каждому слуху и каждому пользователю свои наушники. Восприятие звука у всех абсолютно разное, как и форма головы и размер собственных ушей. Поэтому покупать такие вещи все-таки лучше с примеркой и тестированием на музыке, которую вы хорошо знаете. И добавлю лично от себя. Мне удобнее всех показались 241. И более того, на мое ухо они прозвучали лучше своих оппонентов. Вот вам и самые дешевые. Все, друзья, на этом будем закругляться. Пишите, что хотелось бы еще увидеть и услышать. По мере возможности будем стараться все это сделать. Я желаю вам удачи и до новых встреч!
Но поскольку у нас их не одна модель, а целых три, еще раз то же самое, я в какой-то впал в какую-то растерянность. Очень много наушников за столом. Не знаю, какие себе купить. И цифра, о которых писал Axivox. Есть такая новая фирма.